Здорово, народ! Вы на канале Бессмертный Лорд, и с вами, как всегда, Серега. Данный видеоролик хотелось бы посвятить одному грандиозному событию, а именно, компании ГГ исполняется 15 лет. За эти 15 лет эта компания достигла, я думаю, многого. Компанию эту знают многие люди, также мы играем с вами в игру от этой компании Lords Mobile. Хотелось бы пожелать этой компании в честь ее праздника не останавливаться на достигнутом, достигать еще больших вершин, ну и, соответственно, процветания. В связи с этим я подготовил маленькую плюшечку для себя и для тебя, мой дорогой зритель. А именно, у меня есть пироженка, 5 свечек, к сожалению, 10 найти я не смог. Берем, поджигаем, и вместе с тобой мы задуем свечи, так как мы все являемся частичкой ИГГ, так как каждый из нас вносит вклад в эту компанию. Возьми от свечи, зажги. Конечно, косяки случаются. Я зажигалками пользоваться не умею, потому что я не курю. А так будет попроще. Чего скакапает на пироженку? Вот будет вкусно кушать. Вот так. Все. Отлично. А теперь, дружище, вместе с тобой давай задуем свечи и скушаем вот такой вот прекрасной красивой вилочкой кусочек тортика и запьем кока-колой. Бокальчик тоже у меня праздничный. Поэтому давай, подходи сюда, сейчас будем с тобой задувать свечи на нашем маленьком тортике. Вот такой вот тортик, вот такие прекрасные 5 свечек. Давай, не стесняйся, подходи, и сможем задуть даже вместе с тобой. Да ладно, не стесняйся, дуй давай, что ты как не родной. Давай, давай, давай. Во, молодец. Теперь, значит, пробуем тортик, запиваем кока-колой и переходим, наконец-таки, к видеоролику. Потому что праздник у компании ГГ, а подарки получаем с вами мы от компании Huawei. Ну а теперь погнали смотреть, что нам приготовили Huawei. Итак. Акция «Специальное предложение в честь годовщины ИГГ». 15 лет, вот такие вот герои. Также тортик с буковками ИГГ. Итак, друзья мои, с 5 по 11 июня переходите на специальную страницу акции в AppGallery. Ссылочка на эту страничку будет в описании под видеороликом, а также в закрепленном комментарии. Принимайте участие в данной акции. Получайте купоны на скидочку и подарки в игре Lords Mobile. Итак, разбираем, что же у нас есть в специальном предложении. Часть первая. Это внутриигровой подарок и скидка 50% для новых пользователей. Ребята, которые смотрели предыдущее видео, знают, что Huawei делают скидку на зеленый и синий набор в игре. Также дополнительно теперь можно получить подарок до 1500 рублей. Так, переходим и смотрим, что же там нужно сделать. Итак, сокровищница AppGallery, ежедневные бонусы. Это работает только для новых пользователей. Случайный игровой набор 70-1490 рублей. Их ограниченное количество всего 10 тысяч. И также купоны на 50% скидки. 190 рублей на покупку от 379 рублей, это зеленый набор. И на покупку от 1490 рублей, также 50%, синий набор 745 рублей. Нажимаем кнопочку «Получить». Если вы только создали аккаунт Huawei и забираете скидочку. Для тех, у кого нету аккаунта в Huawei, я оставлю ссылку
на видеоролик, также в описании под видеороликом и в закрепленном комментарии о том, как зарегистрироваться в Huawei и как получать такие прекрасные и замечательные скидки. Также хочу напомнить, что это работает только для региона Россия. Поэтому при регистрации с Украины, с Казахстана, с Белоруссии и остальных стран указывайте при регистрации страну Россия. Нажимаете кнопочку «Получить» и вы получаете вот такие вот купоны. Смотрим, значит, с вами далее. Часть 2. Топ-30 предлагающих игроков смогут разделить купоны на скидку до 500 000 рублей. Итак, заходим в часть 2 и смотрим. Подарки лучшим игрокам. Топ-30 платящих игроков Lords Mobile AppGallery смогут разделить купоны на скидку до 500 000 рублей. Топ-10 платящих игроков получают купоны на скидку 90%. Можно получить 3 купона на сумму 20 тысяч рублей. Далее. Топ-11 и топ-20 игроков, которые будут донатить, получат купоны на скидку 80%. Можно будет получить до 3 купонов на сумму 17 тысяч рублей. Далее. Топ-21 и топ-30 игроков, которые задонатят по акции, вот скажем этой, ну будут донатить через AppGallery, смогут получить купоны на скидку до 60%. Это 3 купона на сумму 13 тысяч рублей. Купоны на скидку будут отправлены 15 июня. То есть 15 июня вы сможете получить купоны на такую огромную скидку. В 90, 80 и в 60%. Далее. Часть 3. Купоны скидки до 40%. Абсолютно все пользователи могут получить абсолютно бесплатные купоны на скидку 27%. Купоны со скидкой 40% и бесплатный бонус. Пользователи, совершившие покупку на сумму 50 тысяч рублей в период проведения акции, могут получить купоны на скидку до 30%. Каждый игрок сможет забрать 10 купонов в день, то есть 10 купонов каждого вида. Пользователи, совершившие покупки в Lords Mobile через AppGallery на сумму более 250 тысяч рублей смогут получить 10 купонов на скидку до 33%. Каждый игрок сможет забрать также 10 купонов в день. И пользователи, совершившие покупки в Lords Mobile через AppGallery на сумму более 500 миллионов рублей, а такие люди, думаю, есть, могут получить скидку до 40% на покупку внутриигровых наборов. Каждый игрок также сможет забрать 10 купонов в день. Также дополнительно ко всему идет розыгрыш самоцветов «Охотники за сокровищами». Каждую неделю топ-3 игроков, они будут определяться, основываясь на сумме платежей в игре, будут получать 100, 50 и 30 тысяч самоцветов. Каждый месяц топ-10 игроков будут получать мерч с Lords Mobile. Можно выбрать один из них по собственному желанию, будут показаны в AppGallery на странице игры в рейтинге лучших игроков AppGallery. Также хотелось бы на все сказать дополнительную информацию. Срок действия каждого из купонов будет 7 дней с момента получения. То есть, когда мы нажимаем кнопочку «Получить», вот, я, кстати, получил купончик на скидку 25%, это 80 рублей на зеленый набор. То есть, вместо 370 я заплачу 290 рублей. Купоны действуют 7 дней. Купоны будут доступны в AppGallery в разделе «Я», «Награды и купоны». То есть, мы заходим в AppGallery, заходим в «Я», смотрим купоны. И вот здесь мы видим с вами купоны на сумму 80, 700, 300 и снова 80 рублей. И у меня есть вот такое количество купонов. Либо же при оплате в самой игре можно выбрать купончик на скидочку. Итак, ребят, также хотелось бы сказать огромное спасибо компании Huawei, которая во время праздника ИГГ делает нам с вами хорошие и замечательные подарки. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика и всем пока.